Сейчас раннее утро, и начальник департамента модернизации и его помощник Семен приготовили для журналистов очередную презентацию. Добрый день, журналисты, фотографы, папарацци. Никого не обидел. На этот раз также будут демонстрироваться бытовые улучшения в купе. Значит, в этом квартале нам выделили бюджет на разработки и усовершенствования. Бюджет мы освоили, но там еще и осталось. Пришлось ехать с женой в Турцию. Два раза. В тот момент, когда я был в самолете, меня поразило, что у каждого пассажира есть свой собственный экран. Я в тот момент подумал, а чем наша железная дорога хуже? Вам перечислить? Так вот, самолет. Самолет летит 12, а то и 13 часов, но не более. А вот поезд сутки, двое, а то и трое суток. И кому, скажите мне, нужнее эти телевизоры? Пока вы думаете ответ на этот, честно говоря, риторический вопрос, прошу купе. Мы, конечно, не самолеты, и бюджеты у нас поприземленнее. Но все-таки, согласитесь, прогресс! А как насчет наушников? Их будут проводники выдавать? Товарищ, господа хорошие! Я лично не знаю в 21 веке человека, у которого не было своих собственных наушников. Еще вопросы есть? Ну, насколько мне известно, модель этого телевизора без входа для наушников. Секундочку. Это не наша ошибка. Это просчет тендерного комитета. Они должны были проверить корейские телевизоры. А теперь все поздно. Закуплено уже 40 тысяч штук. Начальник департамента модернизации и его помощник Семен продолжает демонстрировать журналистам улучшение быта для пассажиров. Уважаемые журналисты, надеюсь, вам понравилась первая часть презентации. Но уверен, то, что вас ждет сейчас, вам понравится еще больше. Мы решили оснастить каждое купе своей собственной микроволновкой, чтобы любой пассажир мог разогреть свою курицу, яйца, соленые огурцы, селедку, любую еду. Так куда здесь микроволновка? И так места нет. Ха! Ха! Вот настоящий журналист. Ничего от него не скроешь. Молодец. Но в этот раз мы подготовились. Кто-нибудь из вас видит микроволновку? А? Нет? Отож, потому что эргономика есть такая наука. Как говорится, але оп, вуаля! Микроволновка! Обратите внимание, как минимум места она занимает в купе. И сейчас мы продемонстрируем, как она работает. Семен, вы берете свою курицу и вставляете ее в микроволновку. Семен, что происходит? Ты срываешь мне мероприятие. Она не влазит. Возьми крабовые палочки. Этот недостаток мы очень быстро устраним, я вас уверяю. И вот, когда еда уже в микроволновке, мы можем ее включать. Семен, прошу. Глеб Валентинович, есть проблема. В чем дело? Комплексным улучшением занимается одновременно несколько групп. Вполне возможны сбои на каком-то этапе производства. Ничего страшного тут я не вижу. Даже у Toyota, вот было, в 2009 году, отзывали целую серию. В нашем случае все намного проще. Мы просто передвинем все розетки ближе к микроволновке, вот и все. А может проще шнур удлинить? Нам не нужно как проще, нам нужно как лучше. Пройдемте на фуршет. Если бы вы знали... Семен, помощник начальника департамента модернизации, исправил недочеты сегодняшней презентации. Но не устранил их до конца.
Если вам понравилось это видео, смело добавляйте его в избранное. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Да, и не забудьте поделиться им с друзьями.